нашей акции мы собрали деньги, купили перчатки, мусорные мешки. Притура сектора Рыжкани дала нам транспорт для того, чтобы отвезти на мусоросвалку этот мусор. Это только начало. Надеемся, что вот те кишиневцы, наши сограждане, которые видят нас и махают нам руками, что они возьмут этот пример, и вот в ближайшие выходные мы увидим больше таких акций по городу Кишинева. И вместе, конечно, мы сможем сделать наш город чище. Вот это и есть суть этой акции, этого субботника, организованным муниципальной организацией Кишинев, наша партия. Поменьше мусорить, побольше стараться держать город чистым. Партиду Ностру астазя ищет сапака ордене. Мы восвятимся посрать коротенья пентру авеуна Рашкура. Это наш город, в котором мы выросли, в котором мы живем каждый день. В котором мы растим наших детей и хотим, чтобы они не бегали по миру в поисках лучшей доли, а жили здесь для себя, для будущих наших поколений.